Я не знаю. Там еще? Там еще, да. Я был там. Там, там. Привет, друзья, здравствуйте. Будешь? Да не, Сергей. Привет, привет, друзья, привет всем. Ну, я не знаю, слушайте, я вообще не хочу комментировать это. В засаде сидишь, да? Ну, блин, я не знаю, как Лиза. Да, это, блин, жизнь. Жаль, что все так. Молдова вообще фач. На дом 2 сидеть с ебанашкой. Аня, блин, бросила меня еще сколько, блин, дня 4 назад, наверное. Все, хватит уже. Лондон, привет. Ты где? Испортил зрение? Нет. Вы гулять выехали? Да мы до магазина, да, выскочили. У меня есть серый. Да нет, я не ушел. Чао, салюте. Мирись с Аней, вы идеально подходите друг к другу. У нас погода замечательная. Супер, здорово. Цветем и пахнет. Старый оскол, здравствуйте. Блин, друзья, да, тема щепетильная. Сегодня лобная была короткая у нас. И тут, ну, нечего сказать. Кто это? Это Серега. Не узнаешь? Не узнаю. Что случилось у Лизы? Молдова, привет. С кем Сергей сейчас? Он одинокий волк, ищущий странствия и любви. Я с Катюхой. А, да, мы с Катей. Так, если... Блин, слушайте, ну как отреагировать, ну? Очень красиво. А здесь еще красиво. Лиза, да, они с Илюхой, Илюха поддерживает ее. Все хорошо. Сириус Зебелла. Привет из Крыма, бедная Лиза. Ваня. Так. Давайте о хорошем. Хорошее. Хочешь фамилию хорошую? Я тебя хочу. Нет, Ваня не бросал Крис, не слушайте никого. Все у них хорошо, Илья поддерживает Лизу, Кристина поддерживает Ваню. Так, вы обнюхались? Нет. Так, разве это почему? У нас не было конкурса сегодня. Тут пишут, Сергей любит тебя, Катя. Да, видите, он мне признался. Привет, Горины. Привет. Белгород, привет. Вот все. Аморе, миа. Аморе, аморе, гудбай. Серхио. Ребят, да, это, блин, жизнь. И вот обстоятельства иногда складываются таким образом, что... Ты будешь мириться с Аней, пускай она что-нибудь сделает для того, чтобы мы помирились с ней.
почему я один? Вас каждый день отпускают, да? Как там Илья? Ну, и Ване, и Илье тяжело. Но Ване, я думаю, ну, гораздо тяжелее. Не закрыл? Нет. Не нахуй. Находится. Ты будешь мне позвонить. Домой, я сказал. Давай пошли камеру, мне не позвонили. Я не знаю, надо у Кристины спрашивать, ребятки, будет она отмечать день рождения или нет. Сережа музыкант, да. Давай я туда сяду, Катя, а ты... Да. Опачки. Возьмешь пакетики? Либо помочь. Так. Где мама Кристина? Здесь. Таджикистан, привет, ребятки, привет. Мама Кристина тоже здесь. Да, да, я туда. А вы садитесь здесь. Спасибо. Сидит тут такая. Шмонька. Крыса, блядь. Оставили. Шмонька. Скажите, что сделать с собакой этого лысого? Черкасова. Черкасова. Есть хейтеры Черкасова тут? Хейтеры. Бедная собака, блин. А. Пока Андрюха отдыхает там. Сейчас ему скину, давайте не будем тут еще накидывать. Ладно, да. Казань на связи. Казань, привет, ребятки. Ну не говорите такие, ну слова, ну вы чё, нельзя. О, да. Кристина и Ваня вместе, да, все хорошо. Кристина поддерживает Ваню. Нет, не пью. Лиза, блин, поддерживает Илья Лизу. Горина красотка. Украина, привет, ребятки. А что Дима сделал? Я вообще удивлен, что Димка был женат. Дождик у нас, да. Дождик — это обнимашки с природой. Собаку в ломбард нельзя. Собаку в ломбард нельзя. А старый для ломбарда. Лиза уехала, с Ильей они уехали. Таджикистан, привет. В Таджикистан поехали? Не-не. Франкфурт, халло, шуэн. Да никто над ним не стебется, но... Над Димой. Да, условно, это тяжело. Да, нас время Белгород поддерживает. Да все соболезнуют, но вы что, прекратите? Какому не соболезнуть? Не знаю. Италия, привет, привет. Италия? Угу. Откуда Италия? Оля, откуда вы из Италии? Они все с... Мало кто с юга вообще. Ну да. Я понимаю, да. Да, с Лизой тяжело сейчас. Германия, привет. Леноска. Венеция. Венеция? Mm-hmm. Венеция, такой говор у них смешной, честно говоря. Амалин, деприски. Ну да. Сергей, скажи мяу. Львов, привет.
Как Ваня. Ваня тяжело, ребят. Мне скоро подъебывать будут за кота. Да? Почему? Потому что я кот, она лиса. Ага. Чеширский кот, она дикая лиса. Не, домашняя. Домашняя лиса? Домашняя. Ну, не гуляем так. Казахстан, Костанай, привет. Беларусь, привет. Литва, здравствуйте. Ну вот так, мы не знаем же, но... Почему Сережа не с Элиной? Потому что у Сереги есть мозги, но... Стать более подвижным, хорошо. Сила мысли. Ну, слушайте. Нет, мы с Анюткой не вместе. Наверное, это уже все, точка, потому что, ну, я заебался, если кто, честно. Точку как зовут, расскажи. Точку. А? Точку как зовут. Юля. Юля Ильяна, да? За 2 часа 20 тысяч просмотров на историю. Это благодаря мне. Вы, Сереж, не накинь на себя пуха, а? Со мной стало сейчас. Наталья, если вы будете плохо писать, а я что, ты думаешь? Прокрыть, я вас заблокирую. Только ты со мной, потому что из-за этого хотел посмотреть. У Лизы все хорошо будет. Элина, может быть, еще здесь как-то каким-то боком. Из-за того, что я с ней был, из-за того, что ее подписчики ко мне пришли, моя подписчика к тебе идет. Я вообще благодаря вам стала популярной, обо мне узнали, благодаря вам. Молодец, спасибо, что за дом 2. Я благодаря Элине. Да это вообще фейк, как бы переписки Гориной там не было, ну. Фейк, конечно, фотошоп. Фотошоп, ну. А теперь что там? Что за переписки? А? Кать. Это фотошоп, забей. Что за, ну, ты же скажи мне. Я даже не знаю, что. Что жуешь, чипсики? Сама не покинула, нет? Костанай. Да. Да, мы здесь. Чё? Есть зеркалка? Нет, без зеркалки. Нет? Нет. Нет, не было. Да ладно. Станай как пишется, так и слышишь. Спасибо. Дай зажигалку, Серый. Нету. Нету? Да. Yeah. Мало. Так, друзья, все, давайте. Будут твои стихи. Да, у меня стихи хорошие, Олег. Замутись ли берж. Замутись ли берж. Когда ресторан Леха станет более легкомысленным на этом проекте. Да, бля, я бы... Стань более легкомысленным. А это что там такое? Что написано? Всему эта жизнь приходит конец. Леша плакала, я только что видела слезу. Это кто, что за красивая девочка рядом со мной? Я не узнаю, блядь, после фотошопа, но сейчас тоже приехала одна там Яна. На тебя тоже нормально, она же фотошопит, Леша, давай не будем. Тебя тоже немножко приложили. Да мне похер, что не говорила я. Нет, Кристина здесь не виновата, или я не виноват, здесь никто в этом не виноват, ребят. Нет, с Брянска не общаюсь. Земляков, земляков, да. Испания, люблю вас тоже. Muchas gracias, compadre. Sois los mejores. Серега сидел в Италии у вас. Потому что очень добрый парень, приятно тебя смотреть. Надеюсь, ты будешь счастлив с Аней или сам по себе. Да, да я и так счастлив сам по себе. Авигея, здравствуйте, ребятки. Крис поддержит Ваню? Да, конечно, поддерживает. Но вы что думаете, все такие бессердечные, все соболезнуем и поддерживаем. Очень сложно найти слова поддержки вот именно в такой момент, да. Катгорфан. Нифига себе. Ответь про Лизу. Что мне ответить про Лизу, ребятки? Ну, не знаю, что ответить. Пакет закрытый был? Хорошую девушку, но, к сожалению, тебе... Я вас лайкнул только тогда, будет клеить все баллы, у вас похоже. Аньки нет сзади.
Мирись с Санькой, будь счастлив. Я как-то поменялась? Да. Значит, тату Сережа на спине. А что с Лизой? Антара, будь счастлив. Алексей, спасибо. Это большая группа? Да, Сережа, Катя вместе, да, они вместе, ребятки. Все, давайте я вас целую. Я зайду сейчас в эфир попозже немножко. Ребята работают, да? Сколько было вместе? Не знаю. Все, пока.